Я хотел бы знать, почему никто из ребят ни разу не сказал мне, что вы, мисс Рэтчет, и доктора можете держать меня здесь, пока вам не надоест. Это я хотел бы знать. Кто хочет ответить, мистер МакМерфи? Ответить что? Ты слышал меня, Хардинг. Вы позволяли мне дразнить сестру Рэтчет, хотя прекрасно знали, чем я рискую, и никто не сказал мне ни слова. Мак, я же ничего не знал, а как долго... Черт! Ну подожди минуту, послушай. Видишь ли, я добровольно здесь, непринудительно. Я могу уехать домой, как только захочу. Ты можешь вернуться домой в любой момент. Да? Ты мне врешь. Нет. Он врет мне, да? Нет, Рэндалл. Он говорит правду. В сущности, лишь очень немногие лечатся здесь принудительно. Несколько хроников и вы. Чесвик. И ты доброволец? Угу. Билли, ради Христа, ты-то на принудительном, да? Нет. О, черт. Ну ты молодой парень, что ты здесь делаешь? Тебе бы в открытой машине разъезжать и девок обхаживать, по барам шляться. Что ты здесь делаешь, боже мой? Что здесь смешного? Боже, вы, ребята, только и делаете, что скулите, как вам здесь тяжко, и ни черта не делаете, чтобы просто уйти? Кто же вы, по-вашему, боже мой, психи или кто? Так нет. Нет, вы не дурнее любой задницы, шляющейся по улицам. Вот и все. Боже ты мой, я не могу в это поверить.